Добрый день, уважаемые покупатели моих видеокурсов, ученики, подписчики канала на YouTube и подписчики моей рассылки. Меня зовут Тимофеев Александр. Я являюсь потомственным портным в четвертом поколении. Вот уже на протяжении более 6 лет я обучаю всех желающих научиться шить с помощью своих видеокурсов. Сегодня, 6 декабря, я рад вам представить свой новый видеокурс, который посвящен созданию вот такого вот платья. Почему именно 6 декабря я его запустил в продажу? Впереди новогодние праздники, хочется одеть что-то новое. То, что сшито из ткани, которая вам нравится, и модель, которую нет в магазине. Эту модель я полностью разработал сам, ее нигде нет в продаже. Это мой 12-й видеокурс. Длится он более 5 часов, не считая дополнительных материалов. Видеоматериалы и текстовые материалы, которые тоже прилагаются к курсу. В создании именно этой модели платья я использовал 3 вида ткани – гипюр, атлас и шерсть. Вы можете использовать бархат, можете сделать полностью из черного атласа. Очень много вариантов можно придумать, используя фантазию. Эта модель платья имеет 10 клиньев. Почему не 2, не 4? Потому что, когда больше клиньев, то по линии низа можно очень равномерно и красиво расклешить. Также горловина, лодочка и пройма обработана одной обтачкой общей. Это тоже такая фишка данного платья. Но лучше я сейчас на закроечном столе вам более подробно покажу с изнаночной стороны. Покажу вот оригинальный бачок, который состоит из 2 клиньев. Потому что на манекене я не могу показать, там мешает рука. Вот она не двигается у манекена. А на закроечном столе я покажу. И по линии низа тоже оригинальная обработка под крайной обтачкой. Сейчас вы это все увидите. Итак, переходим к закроечному столу. Платье состоит из 10 клиньев. 4 клина из шерсти, вот здесь вот они представлены. И 6 клиньев из двойной ткани, это гипюр и атлас. В процессе обучения я все расскажу и покажу, как выкраивать вот эти двойные детали, как их потом по краю соединять и уже соединять вот с этими клиньями. Тут тоже имеются свои секреты, чтобы у вас они получились одинаковые. По линии низа платье вот раскрешено на каждом шве конструктивном. Здесь мы раскрешили на определенную величину. Вы можете раскрешить меньше, можете раскрешить больше. Для этого я рекомендую сшить пробник. Как сшить пробник, проверочное платье вот из ненужного материала, дешевого, это все тоже присутствует в дополнительных материалах, в основном курсе. Вот. По линии низа я обработал обтачкой, вот эту технологию я тоже показываю, как под крайной обтачкой обработать по линии низа с помощью контрольной строчки, тут вот подшить все, чтобы не было видно с лицевой стороны. Длину платья вы тоже можете делать любую, можно длиннее, можно короче, это все в курсе понятно. Если просматривать видеокурс, то все это понятно. Здесь вот в среднем шве задней части спинки вот здесь вставлена потайная молния. Это тоже все показано, как с помощью обычной потайной лапки, которая продается в любом швейном магазине, вставить вот в такую сложную часть платья, где гипюр, атлас, все это двойное, подворачивается. Вставить так, чтобы не было заметно, что здесь присутствует молния. И как подобрать вот рисунок при крое гипюра, чтобы здесь не было видно такого перехода резкого
вот на шве, на линиях шва. В боковом шве вот такая вставка, тоже в виде двух клиньев, оригинальная. Она вот начинается чуть ниже линии проймы. И вот такая вот вставочка, тоже из гипюра и атласа. В курсе я рассказываю, как распределить правильно вот эти клинья, как сделать правильно расклешение, чтобы оно получилось равномерное. Здесь эти клинья идут от проймы, уже вот которые из шерсти. Тоже все рассказано, как сделать, на каком направлении, в каком уровне, на каком уровне их нужно чертить. Горловина, лодочка, обработана цельнокроенной обтачкой вместе с проймами. Это тоже технологию я показываю полностью, как это сделать. Здесь плечевой срез, вот он полностью на швейной машине по кругу вот так притачен. Это тоже я все показываю. С изнаночной стороны платье выглядит вот так. Это со стороны спинки. Вот цельнокроенная обтачка, про которую я говорил. Потайной замочек. И вот эти все рельефные швы. Тоже показано, как их стачивать, как разутюживать. Все наглядно показано. Здесь вот цельнокроенная обтачка. Полностью вот она идет. И горловина, и пройма. Здесь у замка на швейной машине все притачено. Это все тоже показано. Со стороны переда вот так выглядит платье. Здесь у горловины контрольная строчка, чтобы обтачка не переваливалась на внешнюю сторону платья. И тоже вот эти все двойные наши детальки, стачены с одинарными, и тоже все показано, как вот эти швы обработать, в какой последовательности их стачивать. Вот такой вот краткий обзор платья с 10 клиньями. Внизу данного видеоролика сайт, на котором вы можете посмотреть стоп-кадры из рабочего процесса создания данного видеокурса, почитать аннотацию, описание и также методы оплаты, как вы можете приобрести данный видеокурс. Его можно приобрести только на скачивание в электронном виде. Посылками, бандеролями мы не отправляем, потому что это долго и непрактично. Ссылки у вас, даже если они пропадут на компьютере, сотрутся или что, пожизненно, через 10 лет, через 20 лет, вы просто мне пишете письмо, я опять вам высылаю эти же ссылки, вы их скачиваете и просматриваете данный видеокурс. Также вы можете пожизненно задавать мне любой вопрос на e-mail по созданию данного платья. Если вы уже ранее приобретали мои видеокурсы, то вы знаете весь процесс оплаты, как происходит. Если же не приобретали, оплатить данный видеокурс не сложнее, чем за сотовый телефон, за квартплату мы платим через интернет или в банке. Все методы оплаты внизу данного видеоролика. Если что-то непонятно, напишите мне, пожалуйста, на e-mail, позвоните на Skype, напишите в соцсети, на сотовые телефоны. Я быстро и всегда отвечаю. Если не общечеловеческие факторы и обстоятельства, свет отключили, или я ем, или сплю, в этот момент я не могу мгновенно вам ответить. А так я постоянно на связи. С 7 декабря 2016 года по 10 декабря для вас действует скидка 20%. На сайте курс стоит 1777 рублей. Для вас 1422 рубля до 10 декабря. Поэтому воспользуйтесь скидкой, и вы приобретете данный видеокурс по цене, которую я установил специально для своих учеников и подписчиков.
Приобретайте данный видеокурс, шейте те вещи, которые именно вам нравятся. Я помогу, научу, все объясню. Желаю вам всего хорошего, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья, любви, удачи и благосостояния. С признательностью и уважением, ваш потомственный портной Тимофеев Александр из Санкт-Петербурга.